Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на общественном транспорте в очередной раз наблюдал за работой в областном центре. Осмотрев территорию от нового города до микрорайона Бекзат, руководитель региона, курировавший работу в парке Бельсенда Демалыс, поручил подрядчику качественно и своевременно выполнять работы. Этот парк должен стать туристическим центром. Ознакомился Аким и со строительством жилого комплекса Prime Residence. Эти дома будут построены в современном стиле. Для жителей будут созданы комфортные условия. На строительство возложены соответствующие обязанности. Аким области курировал санитарную работу, проводимую в рамках акции «Таза Казахстан». Обменялись мнениями о работах по благоустройству города, улучшению инфраструктуры на старой территории, пополнению новыми объектами. Следил за строящимися объектами в Туркестане, давал соответствующие поручения ответственным руководителям управления Акиму города. Сегодня в Туркестане состоялась очередная 9-я сессия областного маслихата 8-го созыва. В работе сессии принял участие Аким области Дархан Сатыбалды. Сегодня принято решение, влияющее на социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию. В совещании приняли участие члены Акимата области, акимы городов, районов и председатели маслихатов, руководители государственных органов области, председатели областной избирательной комиссии, председатели областных общественных организаций, а также представители средств массовой информации. На повестке дня было рассмотрено 18 вопросов, в том числе изучены отчеты руководителей областного управления государственных закупок и управления по делам религии, председателя областного маслихата и председателей постоянных комиссий. Кроме того, в связи с кадровыми изменениями в состав ряда комиссий при Акимате области внесены изменения. По вопросам, рассмотренным в работе общей сессии, депутаты маслихата приняли соответствующее решение. В микрорайоне Бекзат города Туркестан открыт центр «Активное долголетие». Для пожилых людей предусмотрены умеренные физические нагрузки, необходимые для здоровья и самочувствия людей старшего возраста. В филиале номер 1 сектора «Активное долголетие» КГУ Центр социального обслуживания, отдел занятости и социальных программ города Туркестан созданы идеальные условия для пенсионеров. Имеются специальные помещения для оздоровления, массажный кабинет, интеллектуальные игры, бильярдная, сольная шахта, комната для тренировок. Центр способен принять 150 человек за месяц. Здесь же можно заняться здоровьем, получив медицинские услуги. И все это бесплатно. Ернур Бубиев, Диана Блязиз, новости.